Всем привет! Если ты смотришь это видео и слышишь мой голос, значит ты вновь на моем канале, и мы продолжаем «Сталкер. Чистое небо». Всем сталкерам! Это Валериан! Бандиты опять наводнили свалку! Хрен их знает, откуда они взялись, только теперь их там как собак нерезанных! Соблюдать осторожность! Повторяю, всем соблюдать осторожность! Бля, пиздец, это просто замкнутый круг, что ли, получается? Сколько бы ты здесь не приходил, не зачищал, они так и будут бежать сюда. Я понял. Так, в прошлый раз у нас, блядь, дико просто бесновалось нахуй оружие. Просто пиздец какой-то был. То ли баг поймал, то ли чё. Там, блядь, мне писали, пиздец, что типа, мол, короче, есть там оружие, которое, блядь, привередливое очень сильно. То есть даже сильный небольшой вот износ вот такого плана. А может уже, типа, оружие, типа, короче, бесится. Ну, хер знает, он у меня, блядь, хотя хуй знает. Много кто-то там тоже, блин, сказал, что как бы придерживается той версии, что это реально баг, вот как вот тут у меня. Не знаю. Посмотрим. Может, сейчас перезашел в игру, вот как бы по-другому что-то будет иначе. Но это не точно. Поэтому попытался, короче, сейчас только что записывать Call of Duty Warzone. Не знаю, ну никак не хочет у меня эта игра записываться. Вот что в прошлый раз я и пытался, просидел больше часа, записалось буквально там только 9 секунд. Микрофон сам записался, а все остальное нет. Что здесь у нас? Ничего, я понял. И, короче, вот в этот раз также. Не знаю, надо, может, еще попробовать бандикам записать. Ну, если честно, как бы я не являюсь фанатом игр Королевской битвы. Ну, как бы это немножко вот не для меня вот это вот. Если только как бы чисто для себя в это все. Ну, как бы чисто для себя вот просто играть, не на запись. Ну, потому что иначе там никак. Я так понимаю, там топу нахватал, блядь, себе хабара, блин, и засел просто где-нибудь на крысу сидишь. Потому что по-другому там, мне так кажется, не... Бежать на пролом, это, блядь, пару секунд. Ё-моё. Ха. Не забываем. Торговаться, блядь, и искать нахрен себе артефакты. Кстати, блядь, нихуя себе, я, блядь, прям иду, так это... В наглую, блядь. А не забываем, блядь, техника безопасности прежде всего, блядь. И где он? Так, тут у нас что? Воу. Это бусины у нас, да? Ага, мамины бусы. Угу. Ну, бля, радиация плюс 2, кровотечение. Хм. Так, F5-очка, блядь, ебать, это что же техника безопасности прежде всего? Не забываем. У нас же вот здесь еще что-то в ящике, я ж помню, лежит. Да, блядь, естественно. Естественно. Блядь, все. И мы, блядь, загружены. А нам-то так-то еще здесь пизды давать. F5.
Не забываем. Бля, нихуя, когда у нас успело, блядь, столько радиации-то набежать? Чуть-чуть веса снимем заодно. А, я понял. То есть из-за того, что оно типа одето, то есть нужно еще у нас носить какие-то артефакты, которые гасят, блядь, радиацию. Вот в чем, да. Я думал, это просто где, в местах, где большая радиация, будет чуть больше прибавляться она. А оказывается, нет, это просто, блядь, будет она. Так, да, все верно. Кто-то где-то здесь, блядь. И где, блядь, кто? Вот ты, сука. Ну вот, как я и говорил. Так, бинтики, аптечка, F5-очка. То ли тот мне чувак просто до конца не чинит из-за того, что вот у него уже есть вот такой износ. Оружка просто тупо-напросто вот так вот себя ведет. Так, а здесь у нас что лежит? Да, бля, пиздец, у нас тут. И тут еще вот калаши. А тут наша водочка, ебать, тут наш, блядь, водочный нахуй бизнес. Водочный бизнес. Разрядить. Патрончики нам нужны. Разрядить. Так, это мы не будем разряжать. Так, ну хорошо, удерживаем. И... А, вон, уже идут. Отлично, отлично. А у нас там-то, на кордоне... Ну да, здесь у нас так и светится. Надо вот, кстати, вот, вернуть счастливый детектор. Почему бы, собственно, нет? Вернем. А здесь так и тоже, до прихода союзников. Я так понимаю, нужно стоять на этой точке. До тех пор... Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свалку открыт. Блять, это просто замкнутый круг. Одно и то же. Все, теперь последний рывок, пора нагрянуть в самое ихнее логово. Блять. Показать бандюкам Кузькину мать. Ебать, у него состояние лучше. Да? Да, у него лучше состояние. Оно, блядь, нулячее. Блядь, только я двигаться не могу. Блядь, я все равно не могу двигаться. Я ваша мать. Дайте мне подвигаться, блядь. Ну что это такое, блядь? Так, а что тогда? Что? Блядь. Чуваки, только, блядь, не спиздите. Слушаю тебя. Давай я ствол уберу, чтоб тебя не смущало. Куда ты можешь меня отвезти? Давай, база нейтралов. Отлично, пошли. Пошли, дружище. Пойдем, блядь. Пойдем. Тара-та-тара-та-та. Ну? Можно, пожалуйста, побыстрее? Сейчас мы тогда продадимся. Чуть-чуть наварим деньжат. Артефактики наши продадим. Угу. Вот, кстати, надо чисто для прикола сейчас проверить. Выставить оружие. Ну, мне кажется, нет, здесь не те ценники, чтобы проверять. Я не думаю, что сейчас мы вот... Ну, сейчас я вам покажу просто. Так,
Заходим. Смотрим. Есть что-то на продажу? Торговля. Если не нашел, чего искал, извиняй. Так. Вот у нас, допустим, да, подбитый калаш. Да. 508 рублей. Вон. Если мы попробуем его починить. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Соответственно, вот он. Вот он. Починить его за 702. Я не думаю, что он потом продастся, блядь, за 3. Поэтому нет, выбирай, здесь такая схема не пройдет. Блядь, 671, пиздец. Вы, блядь, в своем уме вообще? 2700. Так, сейчас так, торговать. И 2800. Торговать на 4200 за мамины бусы. Торговать, почему бы, собственно, нет? 11000. Блядь. Ну ёпсишь твою мать. Кстати, есть вот костюмчик получше. Комбинезон Заря. Он попрочнее. Раскошелимся, может? А для чего здесь тогда еще деньги-то нужны? Давайте, собственно... Отлично. Новый комбез. Что могу предложить? За 1200 старый мой забирай. Кэшбэк своего рода. Давай торговать. 6200 у нас. Так. А здесь у нас наш винторез, да, лежит. Да, наш винторезик здесь лежит. Наши пукалки. Ладно, ладно, пусть они долежат. Пусть они лежат. Давайте тогда мотанемся сейчас обратно. Так, а что у нас? У нас здесь награду, да, какую-то нам могут дать или что? Есть что-то на продажу? А. Ебать. Ебать. Приятно иметь дело с честным сталкером. Да ну нахуй. Нахуя мы тогда купили этот? Охуеть. Охуеть, неплохо. Радиация минус 6. Это золотая рыбка у нас, да? А, это пузырь. А где-то, блядь, золотая рыбка в какой-то части. Детектор получше. Да нихера себе. Неплохо, слушайте, неплохо. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Обратно мы его за 300 уже, блядь. 3600. Торговать. Отлично. Отлично. Блять, ну это надо отметить, F5-очка на. Нам вообще. Нет, без музыки тут грустно. Я не знаю, тогда что нам? Вот эти точки-то как-то нужны. Давайте тогда сходим за детектором нашим. Привет, брат! Это нам он туда, да, я так понимаю. Ага. Так, тут мы не пройдем. Ну давайте, собственно. Давайте сходим. Кстати, можно было модернизировать. И, наверное, надо было еще патронов у него накупить. Но это сейчас. Сейчас. Угу. Так, что нас там интересно ожидает, блядь? Возьмем-ка пистолет. А он у нас тоже клинит, да? Блядь, починенный. Блять, что-то напряжно аж прям. Блять, вот это сейчас напряжно. И что?
И где он тут? Надо у нас захватить точку. Блять, как мы шустро бегаем, мне прям нравится. А когда налегке-то, а чё, блять, шустро-то и не побегать-то, собственно? Почему бы, собственно, и нет? Так, ну да, ну да. Мы уже в пути. Блять, вот, конечно, зря мы с ускорением так бегаем. Пока сейчас эта выносливость обратно вернется. Видимо, мужичок здесь старенький, очень долго восстанавливается. Так, я готов. Косу, это Валерия. Уже два дня ждем, но дело сносит. Ситуация фиговенько складывается. Каждый сволочь. Да блин, никак не можем к вам пробраться. Аномалиями дорогу перегородила, ищем проход. Ебать их тут, блядь, просто пиздец их тут. Ты еще живая, что ли? Кого-то даже гранаты зацепило. Неплохо. Еще желающие? Еще. Минус одна. Где ты, блядь, спрятался? Все, блядь? Ага. Ну, я так понимаю, здесь тоже надо неделю стоять, ждать. Но это, конечно, все не на запись. А я так понимаю, сюда что-то вообще никто не хочет, блядь. Добегать, да? Ну да. Нам так-то вообще уже сюда. Блять, опять, да ну нахуй, вы что, блять, издеваетесь, что ли? Вы, блять, издеваетесь, это так и будет по кругу, что ли, светиться? Я что-то не помню, чтоб там такое было. Блять, темную долину нужно. Темная долина. Ладно, черли мы тогда будем здесь, блять, сиськи мять. Какое, блядь, выражение. Мять сиськи, блядь. Мять, ёб твою мать, блядь, сиськи. Ладно, хорошо. Идем тогда по основному. Это нам получается лучше-то всего. Тут же нас туда никто не отведет. Блядь. А где нам лучше? Через барахолку? Свободовцы. Нихуя себе. Нихуя себе. Давно я не слышал, блядь. Это, блядь, группу. Нормальная группа такая, блядь. Бодренькая. Наркоманят, правда. Ну, блядь. Ну, привет. Не без этого, блядь. Куда ты можешь меня отвезти? То есть сейчас ты можешь меня, да, отвезти, блядь, к Сидору, блядь. А до этого, блядь, ты не мог меня отвезти. Так, ну, давай тогда. От барахолки. Тогда отправимся по основному. Что у нас там? То много времени потеряли на эти все брождения. Хождение, брождение, блядь. И все в том духе. У нас, кстати, на улице зима началась. Да, обратно. Снег только и делает, что сыпет. У кого-то уже, блин, цветы цветут, блядь. А у нас снега идут. Здорово. Да, блядь, опять ночь, что ли? Ты издеваешься, что ли, блядь? Блядь, не туда. Да пиздец. Ну ёб твою мать, почему здесь опять так быстро ночь-то настала? Да ебать, ну, а чё нет-то, блядь? А чё нет-то? Давай, блядь. Давай въебём.
Конечно, блядь. Как иначе-то? Хули, ну опять сидим тогда. Сидим, блядь. А сейчас мы перейдем только, блядь, туда, в темную долину, и там, блядь, начнется. Хули, там еще нужно будет где-нибудь прятаться. Блядь, пиздец, патронов не купили. Надо было патронов добрать. Нихуя мы так-то разжились уже неплохо. Бля, они идут так вообще, как ни в чем не бывало. Им просто вообще похую. Вон он идет, бля, вообще похую ему. Похую вообще, бля, даже дверь открыта, бля. Бля, я ослеп, нахуй, ебать. А, не, нормально все. И что за затишье? Чувак, ты, блядь, хоть зайди, можешь, что ли, куда-нибудь. Сюда хотя бы. Ебануться, блядь. Ебануться, значит. Защита от радиации 37. От пси-воздействия 37. От кислоты. Все по 37, да. Новый магазин, блядь. Состояние брони. А, это вообще типа у нас брони 15, типа, да? Пулестойкость. Ну, не самая лучшая по пулестойкости, конечно. Зато вот прям от всех других воздействий. Физических, тектонических, огнических, воднических, короче. Всех, блядь. Всех, 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 всех. Ну чё, мы будем здесь, блядь, сидеть теперь, да послезавтра, блядь. Сейчас еще и ночь настанет, мы туда пойдем по ночи, естественно, чтобы было вообще прям интересно, чтобы мы, блядь, зашли и просто охуели, чтобы, блядь, нас в сраку там сразу трахнули, блядь. По ночи-то. Блядь, еще ждать и ждать, ебануться. Пиздец, мы просто теряем времени. Стоянка за концлагерем, блядь. Эти все тут, блядь, зашкерились. Блядь, да... Это я просто понимаю так, типа, из заданий серии повторяющихся, да? Просто для фарма. Так, это у нас... Вот это у нас, кстати, что? Это ж у нас, случайно, не Барли? Нет, наверное. Бар у нас... Вот, наверное, скорее всего... Да? А здесь вообще есть бар? Или нет, да? Нет, это агропром, но я и смотрю, что что-то на бар-то не похоже. Здесь, наверное, нету бара, да? Тут тайников на самом деле. Так-то вот можно чисто по этим по тайничкам-то погулять, что-нибудь отыскать. Сука, хуйло, он здесь сидит. То, бля, можно побыстрее как-то. Я говорю, сейчас мы только туда перейдем и начнется там это же самое залупа. Это, блядь, будет вообще охуительно. И что с этим делать, блядь, я в душе вообще. Не трахает даже. Здесь как-то странно. Вот здесь вот именно нужно вот фиксированную точку для укрытия. Почему-то вот... Я не помню. Вроде в Зов Припяти. Там вот, пожалуйста, в любой... Вот в Народной Солянке вот такую же херню вроде сделали, что любое укрытие можно... Ну вот, по крайней мере, в ту, в которую я начинал играть. Потом вот в Исполнительном Желании, мне тоже кажется, там прям было в это... Просто вот место нужно было найти или нет. Не помню уже. Не помню, не хочу просто соврать. Пиздец, мы просто теряем времени, вот отсиживаясь вот здесь. Ну, давайте поговорим. Собственно, ну, расскажите, как у вас дела, как сами. Что у вас нового, что интересного. Да. Отлично, блядь. Отлично, нахуй. Слушай. Отлично, нахуй. F5, блядь. Ну, что рассказывать? Можно мне выйти, пожалуйста? Спасибо. Блядь, дайте выйти. Ну, рассказывай. Да нечего давай. Мне, блядь, тебе рассказывать.
Вот доебался, блядь, как пьяный до радио, блядь. Расскажи, да расскажи, блядь. Какая граната? Так. Блядь, я все М пытаюсь нажать. Все пытаюсь нажать М. Ну все, нам в том направлении. Ща придем, нахуй, а там то же самое. Выброс нас будет уже там встречать. И скажет, здрасте, блядь. Ёб вашу мать. Фонарь, что ли, включить? Здрасте. Ничем, да? Ничем не могу помочь. Торговать. Ну, блядь, кроме хаванины вам не хватит. Хуя вот у чувака просто, блядь, идеальный, нахуй, запас. Бутылка водки. Ну, чтоб, блядь, выпить. Колбаска с батончиком. Ну, чтоб закусить. Ну, и в случае чего, если поранился, блядь, бинтом, блядь, перемотаться. Блядь, просто идеальнейший набор. Что может быть лучше этого набора? Я вообще не знаю. Так. Ну, с Богом, собственно. Да. Давайте. Новая локация у нас, кстати. Только сегодня у нас новая локация. Ну. Блядь, я вот готов поспорить. Сейчас мы только туда войдем, блядь. А там выброс, ёптить. И беги куда хочешь, блядь. Сломя голову. Сломя что-нибудь другое еще. Кого-нибудь сломя. А у нас, блядь, на улице вон снег хуярит. Пиздец просто, блядь. Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И что без резких движений? Говорить будем. Бля, я это помню. Я реально это помню. Стоять! Да. Спрячь оружие и не дергайся. Нет у меня оружия. Если достанешь ствол, пристрелю. Я понял. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Хорошо. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой и что здесь делаешь? А, я наемник, ищу сталкера по кличке Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Че, он мертв-то? На нас постоянно кто-то нападает. Действует профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Угу. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо за инфу, бро. Здоров! Ну рассказывай, я весь внимание. Я у тебя голос сразу поменялся. Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Заебись. Че, бля, рыжего нашли, что ли? Так, и где, блядь, нам это нужно проверить? Почему это никак не выбирается? Ладно, я понял, блядь. Сука, блядь, F5, ну. Ебать. Сука, фонарь отключить нахуй. Идеальная мишень для снайпера. Патруль 4, ответьте. Эй, что у вас случилось? Отвечайте. Ебать. Сука, давай, подходи, мать твою, на! На, сука! Жалкие, блядь, шавки! Пиздец, блядь, покоцали мне мою красивую робу. Ебать, ты разлегся, чувак. У этого вообще вещей с собой не было, что ли? Блядь, у этого тоже. И у этого тоже. И чё? Чё мы проверили, ничего не изменилось? Я понял. Ничего не поменялось. Так, нам вообще, блядь, сюда нахуй. На базу, да?
Бля, точно, у них же тут база. Я вообще уже про это забыл, если честно. А где у них тут вход-то, блядь? По дороге, наверное, да, блядь? Ну, логично, блядь. Блять, F5. Нихуя себе, это я сейчас вообще косячу злостно. Надо не забывать, нахуй. Или нет, блять? Бля, точно, у них же здесь же, блять, база. Ебануться, я уже вообще, блять, забыл. Угу. Так, тихо, выносливость уползает. Не забываем. Так, что у нас по времени? Пока время еще есть, просто пипец. Мы, блин, с этим, блядь, выбросом. Да, блядь, что ж ты не восстанавливаешься-то? Ну, блядь, давай, ёптвою мать, блядь. Здрасте. Эй, мужик. Да. Территории базы свободы. Ага. Шалить здесь никак не разрешается. Ага. Давай ко мне, если вопросы какие мучают. Я вас понял. Понял. Значит, не шалим. Ебать. Что-то в пизду, я туда не хочу пока спускаться. Что-то как-то у меня, блядь, не стоит, если честно. Туда-то, блядь, спускаться. Блять, это ностальгия, конечно, ебануться, блять. Да, в тень. А шо, братишка, тени в Чернобыле, блять. Затворную раму. Я понял. $20. Ну ты жаба. Ладно, здорово. Получи у коменданта. Не понял. Ну так что, Ашо? Слышишь, тебе надо, не надо, а? Бля, ебать, нихуя себе. Ну ты и мутил. Бля, ребят, смотрите под ноги, нахуй. На улице, бля, где угодно, нахуй. Смотрите под ноги. Привозили, понимаешь, базу в Восточный базар. Ебать, конечно, блядь. Вы, блядь, поставили, что ли, какие-то бортики? Снова кому-то от меня что-то нужно? Ну и денек. Так, мне нужен сталкер по прозвищу Клык. Зона дарит тебе возможность примкнуть к лучшему. Я понял. Не упускай свой шанс вступить в свободу. Ходят тут всякие. Да. Снова кому-то от меня что-то нужно? Ну и денек. Это можно щитерить? Отлично. Какая, я знал про этот прикол. Так. А что у вас тут есть? А техники есть, да? Техники есть, точно, блядь. Точно. Что скажешь, брат? Нихуя себе, у тебя СВД-ха, да? СВД-ха у тебя. Ебануться. Да, точно, вот он. О, корми! Привет. А, ну да, конечно. Есть у меня для одно дельце. Ага, ага, я понял. Хорошо, блять, хули нет-то, блять. Так. Я понял, нахуй. Набираем, хули задание, хули. Будь здоров, парень. Надо ж чем-то, блять, здесь заниматься. Скорострельность. Точность. Так, а по броняхе. Ебать, да ну нахуй. Бля, пятерик, да ну нахуй. Контейнер для артефактов. Это у нас, значит, прибор ночного видения. Это у нас герметичный изолирующий слой. Так, прочность плюс 50. Вот это, кстати, да. Потому что броня, блядь, будь здоров, разлетается. Ну и того у нас нихуя себе. Тридцатка сразу брони стала. Это ж, блядь, охуительно. Просто, блядь, шедеврально. Так, а здесь что я предлагаю? Отдача, значит, крепление подствольника. Можно подствольник цеплять, я понял.
Настильность плюс 50. Оптический прицел, нахрен, попизже. Давайте потом тогда точности добавим. Отдача, отдача. Настильность. Так, а это у нас что? Калибр 5.45-39. Бля, мне даже таких патронов-то, блядь, нету, нихуя себе. И что, блядь, удумал-то? Ну давайте вот так вот. Давайте. Вкачали ствол, блядь, нихуя себе, блядь, заебись. Броню себе, блядь, поставили. Ебать, теперь мы. F5-очка, F5-очка. Так, а есть у вас тут с кем поторговать, может? Здрасте. Ага, вот он, бля. Поправить здоровье. Блять, бармен, да ну на. Заходи на следующей неделе. Обещает такую. Сука, у нас фаняра, блядь, там осталось. Ну я же ж твою мать, блядь. Хорошо, блядь. Так, а кто-нибудь отвезти меня может? Бля, хоть бы дела, что ли, поставили, блядь. Его ж можно собрать. Это ж, блядь, я не знаю, почему, блядь, здесь вообще тематика транспорта, блядь, не развита. Это ж пиздец нахрен. Это ж каждая... Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Слушай, только да, сейчас куплю задорого, продам задешево. Давай, слушай, привет, пора, давай. Чего изволишь? Торговать давай хочу. Ай, молодец, ай, обманул Ашота. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее. Давай, слушай, вот так вот. Блять, ебать нахуй. Да ну ты, сука, и Ашот, блять. Забирай нахуй. Так, угу. Давай, слушай, братан, да. Так. Отлично, бля. Отлично, бля. Зона — это сталкеры. Сталкеры — это свобода. Вот он наш, да, проводничок? Блять, а что у нас здесь? Вступай в свободу. А где это вообще? А где наш тайничок? Бля, ебать, это ж можно здесь нихуёво так ебало себе сломать-то. Так, куда ты можешь меня отвезти? Свалка, блок... Ебануться, ты чё, блядь, дружище, нахуй? Ты, блядь, вообще в своём, нахуй, уме? Это, блядь, 3200, нахуй, да ты чё, блядь, дружище? Ебать, блядь, колотить тебя, нахуй, в рыло. Блядь. Убить пси-собаку, ну это, блядь, точно не по ночи, нахуй. Я чё-то, блядь, очкую, блядь, Славик, нахуй. Ебануться нахуй. Ну рассказывай, я весь вне. Так, хорошо, а здесь нахуй куда ты можешь меня отвезти? Стоянка на ферме. Крутые и подкрученные перцы. А ну-ка, что за холм завода? И примут как равных. Бля, пиздец, это вообще не туда, да, нахуй? Ну да, блядь, это вообще не туда. Зато здесь какие-то тайнички есть. А где, блядь? И где, блядь? Да, блядь, не умеет он здесь лазить. Где-то наверху, да? Хуя себе, опять мне нахуй спамеры звонят. И? Да нет. Блять, это еще где-нибудь окажется где-нибудь под землей, да? Так, можно мне это закрыть? Мне таймер нужен. Спасибо.
Блять, нихуя себе, нихуя себе. И где? Блять, на крыше что ли где-то? Либо это реально где-то, блять, под землей нахуй. По-любому, блять. Я прям чувствую. Ладно, хуй с ним. Ладно, хуй с ним. Да нихуя себе он, блядь, там ценник, блядь, не назвал. 3200, блядь, дойти. Ёптеть мать, нахуй. Это ж, блядь, каким надо быть, блядь, ебантяем, что, блядь, за 3200-то дойти. Бля, ебать, опять провалились, нахуй. Смотрите под ноги, ребят, честно. Я бы хочу, блядь, пойти нашу водочку, блядь, забрать, нахуй. Так, проводников здесь, конечно, вот крайне мало, если честно. Если уж на то пошло, их, можно сказать, просто вообще, блядь, нету. Ну чё, будем, блядь, сами пробираться? Да нихуя себе, 3200, блядь, дойти, блядь, ебануться нахуй. Я понимаю, это, ёптить, опасно там, все дела. Ну, блядь, 3200, это ебать, это что, блядь, забомбил это такой... Вот нам сюда. А почему у нас что? У нас опять какой-то перегруз, что ли? Да хуй знает. Ну, блядь, 44 килограмма. Ну, блядь, да, собственно, блядь. Собственно, да. Зикай, блядь. Чё, блядь, не будешь разговаривать? Ну рассказывай, я весь внимание. Ты на кого, блядь, руку поднял, блядь, щегол, блядь. Ладно. Надо забрать нашу водищу. Водищу нашу забрать. Да, долго, конечно. Прогрузки вот эти. Но в Солянке, я помню, блядь, там каждая локация грузилась так, что можно было успевать уйти, блядь, сходить там в магазин, блядь, купить себе, блядь, чаю с печеньем, прийти, блядь, заварить этот чай, короче, попить его с печеньем, блядь, приходить и еще полчасика ждать примерно, и вот тогда вот уже вот прогружалась у нас локация. Ну, может, тогда у меня просто компьютер был такой сверхмощный, просто вообще... Мега-компуктер. Ладно, собственно, время прошло уже до хрена, значит, я предлагаю в следующий раз пойти все-таки конфисковать нашу водочку, отнести ее, блядь, и продать нахуй. За большие деньги. Хули нет, блядь. Торгуем водкой, блядь, только у нас, нахуй, скидочки каждый день. Ладно, в общем, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Будет интересно. Всем спасибо, всем пока.